банкоматы носят, штрафуют хорошо. Какие банкоматы? Не банкоматы, а компромат. У меня на телефоне данные, да? Потом, когда меня штрафуют. А кто тебя у телефона? Любит, я там сейчас... Thank you.
А вы не подскажете, часа через три будет люди здесь, нет? Возможно. Поместимся будет. Мы, нет? Я смотрю, сейчас-то никого нету. На троих? Ну да, на троих. Давайте, да, забронируем. Через три. Часа через три у нас будет. Как считаете? А мы до восьми только бронируем, поэтому... А до восьми, я думаю, хорошо, мы зайдем, посмотрим. Последние дни не особо актуально было посещение, поэтому... Да, хорошо. Вот, спасибо. Я надеюсь, что мы... Ага, хорошо. Подскажите, один эспрессо смогут мне сделать? Да, конечно. Спасибо. Здравствуйте. Не подскажете, один эспрессо смогут? Сможете сделать? Эспрессо сможем? Да. Будешь с собой или здесь? Нет, я здесь. Не заражайте. Спасибо. Я присяду ненадолго. Меня сразу же сможете рассчитать? Да, конечно. Хорошо. Можете карточки, да? Да, конечно. Да, сейчас я достану. Нет, спасибо.
Приятный вкус, никогда такой не пробовал. Рад, что понравилось. Да, мне понравилось, спасибо. Спасибо, хороший кофе. Слушайте, такой вкус, первый раз попробовал. Честно, честно говоря, такой вкус приятный. Кубинский первый кофе. Раз. Да? Да, просто кофе. У них есть какое-то название, да? Ну, что-то я вроде заходил раньше, тоже так выпивал. Но... Так, вкусно тоже неплохо было. Да, сейчас у нас... А что я пил? Вот таким пользуемся. Черт, купили бы, конечно. Это молотый, да? Я правильно? Это молотый. Ага. И вот те тоже. Остальное все зерна. Ну, это кубинский, правильно? Да, это все кубинский. Ага. И, соответственно, мы и гостям тоже наливаем кубинский. А что вы еще продаете, помимо кофе? Может быть, сигары. Какие-то сигары? А где можно просто посмотреть? Я сейчас покупать ничего не буду, я хочу знать. Я первый раз слышу. Только раз здесь бывал, но... Я хотел... Да, слушайте... Не подскажете, какой входной билет? Какая минималка по деньгам? Кого? Ну, сигар? Да, сигары. 1000 с рублей. Угу, угу. 1250, гитара самолёгкая. Вот это. Слушайте, а вот чтобы был такой понятный вкус, но реально ощутимый вкус, чтобы было, чтобы я ощутил, что я не очень разбираюсь. Прям именно вкус сигары. Я хотел в подарок, да. Ну вот, ну не совсем, ну как сказать, вкус, как правильно выразиться? Я в подарок Монте Кристо выбрала. У него вот ароматика как раз-таки вот интересного Монте-Кристо. Монте-Кристо сколько обойдется? А, это сейчас... Надо какой-то такой презент сделать. Это 2180 стоит. Ну, как бы это средняя цена. Да-да-да. Ага. Так, а как выглядит, которая... Сигары и сигареты. Была вот на начальная цена. Как она просто выглядит, если что знаете? А, ну да, вы же мне показывали. Да, она легкая. Да-да-да. Это будет средняя цена. Ага, ага. Хорошо, я все понял. Спасибо. Спасибо. Я не знал, что... А это на все. Я первый раз спросил за какое-то время. Спасибо большое. До свидания, кто живет. Спасибо. Спасибо. До свидания. Спасибо, пожалуйста. До свидания. Алло.
все, выкинуть. Thank you.
Здравствуйте. Простите, вы не подскажете, вот какая маркировка, вот если, допустим, я приобрету какой-то. Какая будет? Да, клеймо, вернее. Я ошибся. Не могли бы просто показать. Ага. Императорский? Да, да. Скажите, эти клеймы, они везде? На всем. На фигурках. На каждом изделии, да? Хорошо. Вот так вот. Немножко по-другому. Вот так вот клеймо выглядит. Это на всех фигурках? Да. Угу. На неглазурованной поверхности будут стоять такие клейма. Понял. Если, допустим, глазурованная поверхность, то будет вот такое клеймо. А вы не подскажете, вот какой вот подарок можно было бы сделать? Я вообще ориентировался, конечно, на фигурку. Скорее всего, глазурованная, мне важно, чтобы клеймо было. Ну, вы понимаете меня. Но клеймо будет везде. Вот. Да, ну вот это клеймо более интересное, вот, которое на глазурованной ставится. Ну, это уже в глазуре. Да. И оно написано, что там... Ага, да, да, я вот это имел в виду. А вы какую бы хотели фигурку? Вы знаете, ценовой диапазон до 100 евро. Вот. Да мне вообще, честно говоря, все равно. Это такой, знаете, просто прохладной подарок, да и все. Ну, это животное. 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 Да. Скажите, а вот еще вот животное, а вот фигура человека. Человек? Да, вот это, может быть, тоже надо рассмотреть. В общем, надо пыль в глаз запустить в легком жанре. Есть такие вот скульптурки балеринок. Это другой диапазон, да, уже ценовой, ясно. Но здесь животные будут дешевле. Ну, я это думаю. С балеринами, да. Вот такого плана. Вот так 7600, самая дешевая. Но эти все будут дороже. Будут дороже. Да, они всегда дороже. Да, поэтому да. Остаются только скульптуры с животным. Да. То есть это где? По-русски это порядка там 5-6 тысяч рублей. 5-6. Вот есть такие, это интерьерные. Да, интерьерные, да. Скульптурки. Может быть, такого плана что-то, нет? Так, а животные и типа собак что-то? Собаки и нижняя полочка. А, так они еще дешевле стоят. Да, может быть, вот бас. Угу, да, вот три. Такие по три животных, если... Вообще, думаю, что, наверное, кошки симпатичные. Ну, вот... Слушайте, к Петербургу больше кошки, наверное, соотносятся с Петербургом. Да, у нас все даже есть кружки, животные, синие коты называются. А вы вас не затруднит показать? Ну, конечно. Их было два вида, но у нас сейчас один. Вот синий, как и Петербурга. То есть тут как бы зимний Петербург. А, спасибо. И вот они подписаны. Так, а клейма какой клейма? Как наглазурованный? Да. А, ну не, не отрывайтесь. Нет, ну я вам покажу. Нет, нет, я уже понял. Да. Спасибо. Ой, так сложно снимать, не надо. Ничего. Да. Зато будет понятно. А, здесь что-то еще добавлено. Ну, в виде текста. Название. А, да. И автор. Это индивидуальный автор какой-то. Ну, это авторские, да. Вот. Интересно. В других вещах нету. Угу. Название автора. Да. Не интересно. На всех. Так, все, я все понял. Хорошо, спасибо. Пожалуйста. Спасибо. Простите, вот эта вещь. Это что это такое? Это сахарница? Вот это? Да. Сахарница, это сахарница. Угу. Хорошо, спасибо. Спасибо. Я сюда пришел, слушайте. Посмотреть. 100% надо мне сегодня купить. Ага. Нельзя